На протяжении нескольких лет Стмэги Джуниор совместно с молодежным клубом Ешивы Шарейки Душа в траурные дни Суруни организовывает уборку на Салтыковском еврейском кладбище. В этом году участие в акции приняли 30 молодых людей. Под руководством Эфраима Якубова ребята дружно приступили к чистке могильных плит. Очень важно проходить на кладбище именно в эти дни 17-го Тамуза до 9-го Ава, до Дня Суруни. Считается для еврейского народа днями скорби. Кстати, в этом году мы слишком поздно, завтра уже 9 ава. Обычно мы каждый год за неделю, за 10 дней делаем вот это мероприятие. Я хочу за это поблагодарить Германа Шпилевича, потому что он позвонил, сказал, что говорит, вы, говорит, в этом году не делаете вот это мероприятие. Вот я хочу поблагодарить его, дай Бог ему здоровья, его семье, потому что он позвонил нам, напомнил, чтобы мы продолжали наши традиции, которые у нас сложились за много лет. Из года в год, благодаря Ешиве Шарейки Душа, мы, молодежный клуб Ешивы, едем на Салтыковское кладбище, чтобы убрать неухоженные еврейские могилы. Я считаю, что это одна из самых больших заповедей, которые у нас есть. За сегодняшний день мы уже успели убрать половину кладбища. Мы протерли плиты, вынесли мусор, убрали сорняки. Мне кажется, что каждый молодой еврей должен хотя бы раз в год этим заниматься, так как это действительно святое дело. Одна из главных задач нашей общины, почему мы это делаем, для того, чтобы с самого детства привить в этих детей милосердие. Потому что, когда человек делает добро кому-то, он, хочешь не хочешь, он ждет чего-то взамен. Может, подсознательно. А когда человек делает добро умершему, приходит чистить камень, убирает траву, не знает даже, кто этот человек, он от этого умершего ничего не ждешь. И вот это называется истинное милосердие. И наша задача привить нашим детям, чтобы они с детства были добрыми, милосердными, помогали другим. Мы призываем всех принять участие в этой мицве, чтобы память о еврейском народе сохранилась на века.